Первое судебное заседание по делу бывшего заместителя главы Ивановской городской администрации Александра Матвеева должно было состояться в среду во Фрунзенском районном суде. Напомним, бывший чиновник сейчас находится под стражей. Его обвиняют в получении крупной взятки. Матвееву грозит заключение на срок от 7 до 12 лет со штрафом или только штраф в размере от 70 до 90 миллионов рублей. Однако первое заседание не состоялось по причине неявки адвоката подсудимого Татьяны Спиранской. Рассмотрение дела отложено до 1 октября.